Всем привет, вы на канале Мистер Кубик, и не так давно я рассказывал про одного питомца, коня, довольно шустрого, но его получить очень довольно сложно будет за энное количество медных драконов. Кто это видео еще не смотрел, обязательно посмотрите, конь весьма интересный. И наши корейские разработчики решили сделать небольшой трейлер, посвященный данному питомцу. Но я решил сделать небольшой ремикс данному трейлеру. И как по мне, мой трейлер получился лучше, чем оригинал. То есть, конечно же, ссылка на официальный трейлер будет в описании. В ремиксе я же использовал ту же музыку, то же изображение, все то же самое, просто поменял кое-где местами и небольшие эффекты добавил. И просто предлагаю сравнить, какой по вашему трейлер получился красивее, лучше. Если вам понравился мой трейлер, ставим лайки видео. Если вам мой трейлер не понравился, то ставьте дизлайки. Если вам понравился и мой, и разработчиков трейлер, то ставьте лайки и мне, и им. Ну а на этом пока что все. Приятного просмотра!